Рыба, которая никогда не сгниет. Ну и есть, конечно, я ее не рекомендую. Да, и я сделала ее корешкой из эпоксидной смолы. Идея была такая: сделать корешку на тарелке в виде картины. Чтобы она выглядела очень реалистично, мы сделали художественную роспись. У рыбки получились немножко погрызанные хвостики, потому что была сложность доставать их из молдов. Несмотря на такой маленький нюанс, у нас все же получилось сделать классную картину, от которой точно разыграется аппетит. Я считаю, это будет просто настоящий шедевр, если повесить эту картину где-нибудь в ресторане.